пользователи социальных сетей рассылают видео с участием ученика начальных классов, который упал, когда шел по коридору одной из школ в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Новости. Школьник упал под тяжестью рюкзака. Видео. На кадрах видно, как мальчик идет по коридору с большим школьным рюкзаком. Причем портфель настолько огромный, что школьник с трудом передвигается в помещении. Далее он выходит на улицу и под тяжестью рюкзака падает с лестницы. Судя по кадрам, история произошла в одной из школ страны. За кадром слышно речь на казахском языке. Кто является автором и героем ролика, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что с нового 2019-2020 года учебного года школьникам разрешат не носить учебники. Теперь дети смогут носить учебники в школу, либо оставить их там, используя при этом электронные версии книг. Для этого Министерство образования и науки разработает концепцию «Легкий портфель». МОН дает выбор, дает возможность пользоваться электронными вариантами учебников. Здесь выбор самих родителей, какие учебники использовать, говорил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.